Добрый вечер, друзья! Вы на канале Политвера. И с вами автор и ведущий этого канала Вера. Как ни странно, я приветствую всех, кто сейчас в чате и будет слушать нас в записи. Сегодня у меня интересный гость, я вас представляю, Дмитрий Таран. Это, для тех, кто не знает, вдруг скажу, что это крымский журналист, ведущий программы «Информационная война», которая выходит на канале «Первый Крымский». И Дмитрий Таран был директором Ялтинской киностудии. Вот, да. Дмитрий, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время, возможность ответить, поотвечать на вопросы. Вы знаете, мне последнее время, последние два дня такие обвинения, что я слишком много посвящаю, от зрителей канала, я имею в виду, в комментах там пишут, что я вот слишком много времени посвящаю Украине, и совершенно не занимаемся якобы вопросами России. Хотя на самом деле это все связано, безусловно. Ну и да. У меня и Осташко, и Игорь Рябов. Ну, в общем, про Россию говорим, но не так часто. Ну и вот сейчас с вами, конечно, хочется обсудить в большей степени наши вопросы российские. Угу. Вот, и первый вопрос, который я хочу вам задать, звучит таким образом. Как вы считаете, какие главные, вот вы из Симферополя? Да. Вам, и вы, кстати, извините, я не знаю, вы родом оттуда, с Крыма? Ну, не совсем. Я родился в Херсонской области. Угу. Это 250 километров севернее. Живу в Крыму почти 12 лет. Понятно. Ну, значит, вы застали украинский период Крыма. Конечно. А, кстати... Кстати, я же хотела, ну, как бы, так получилось совершенно случайно, на самом деле, что в преддверии большого нашего праздника, когда Крым наш, да, у вас скоро будет в Крыму, ну, мне сложно забыть эту дату, у меня 19 марта день рождения, и такой был, знаете, подарок неожиданный. Ну, так вопрос мой такой, вот вам из Крыма, и учитывая то, что вы жили в украинском Крыму, вот сейчас какие главные проблемы в России вы могли бы выделить в первую очередь? Объемный вопрос, сейчас я просто думаю, с чего начать и чем закончить. Ну, главные такие. Ну, главное вот за три года, что прошли после крымской весны, да, разочарований системных нет практически ни у кого. Угу. То есть трудности есть, безусловно. Штрафы завышенные тоже есть, особенно там в отдельных секторах экономики, там у транспортников, у ательеров. Иногда есть такое ощущение, что эти объемы штрафов, которые не привязаны, например, к реальным доходам, они специально накачиваются таким образом, чтобы реальный сектор экономики так подупал, пока Путин занимается внешними делами. И ну, реально чувствуется отсюда вот эта вот межклановая корпоративная игра наверху. А в Украине было все то же самое, только там не было государственнических кланов, и мы наблюдали только, как дерибанится там в отношении одних кошельков, других. А в целом, я как офицер советских вооруженных сил и кадровый офицер главного разведывательного управления, который принимал присягу в 83-м году, мне... Я хожу счастливый, потому что у меня сбылась моя мечта. Я прожил после развала Союза на Украине и все время, ну, жалел, тосковал за Советским Союзом. И тут я оказался гражданином, правопреемником Советского Союза. Меня это очень греет. Ну, понятно, у меня там особенности, но в целом я вот отражаю мнение крымчан. Очень много делаю. Понятное дело, что кадровую базу чиновничью надо, ну, не так уж сразу резко менять, но шерстить. Людей надо учить. В принципе, фронт работы понятен. И в целом мы смотрим в перспективу очень оптимистично, даже при всем при том, что у нас уровень зарплат ниже, чем в определенных других субъектах федерации, доходность ниже, платежеспособность населения ниже. Это все понятно, но с этим мы уже как-то научились жить. Ну, а хорошо, это сейчас вы обозначили крымские проблемы. Да, да, да. Ну, это я... А если вот в общероссийском формате, если посмотреть, вот вы видите какие-то, что в России вам бы хотелось изменить? Ну, вот вы вначале сказали, что все время об Украине и мало о российских проблемах. Я вам скажу такое наблюдение наше. Люди, которые жили на Украине,
и сейчас стали гражданами России, они себя считают привитыми к разным технологиям, либеральным, всевозможным и спецслужб западных, которые на самом деле 40-миллионный народ очень технологично превратили в какой-то своем объеме в русофобов. Мы сталкиваемся с тем, что основная масса российского населения не привита. И очень многие риски ментальные, психологические, технологические вообще не воспринимают такое чувство, что вот бери и делай. То есть я хочу сказать, что об Украине нужно говорить просто потому, что это репетиция для всей остальной России. Мы вот здесь в Крыму очень часто говорим, что если мы потеряем Украину окончательно, да, то дальше нас можно брать голыми руками, вторую Украину можно сделать из Урала, из Иркутской области, а люди не привиты. Они к этим технологиям вообще, чисто иммунитета нет. Не будем забывать, что Украина, в отличие от России, да, это все-таки страна более подвержена влиянию Запада и Ватикана, ну, если взять всю историю. То есть количество церквей и перемешанных там западных, протестантских, католических мировоззрений здесь больше. Соответственно, привито здесь более западное настроение, но и рационализм, и привитость выше. И мне кажется, вот Крым в данном случае наша основная задача стратегическая. По мере возможности максимально привить все население России, потому что технологии предстоят, и удары по всем нам, по мозгам, по сердцам, очень сильные. И вот это, знаете, началась вакханалия в средствах массовой информации, хохлы, да, это предатели там и так далее. Это далеко не так. Из всего 35-миллионного населения, я думаю, процентов 60 – это такие же русские люди, как и мы. Ну, может быть, не такие, как на севере, но точно такие же, как на Кубани. Они просто ждут от России каких-то решительных действий в информационной сфере. То есть, знаете, когда мы… Ну, Россия, я говорю «мы», потому что за три года уже привык говорить «мы». Когда Россия на протяжении 26 лет вбрасывала деньги, чтобы подкармливать аллигаторов, аллигатор – это сленговое слово, означающее «олигарх». Uh-huh. И при этом совершенно не занималась гуманитарной работой с населением. То есть диалог проходил на уровне Москва-Киев, да, Кремль банковое, Министерство промышленности, банки, олигархи. А непосредственно, минуя вот этот элитный этаж, обращений к народу не было совсем. И получилось так, что украинцы, это русские в смысле люди, живущие на территории Украины, они не чувствуют существование вот этого центрального русского ядра. У нас даже в Крыму образовался термин, называется «русская глобальная община», которая должна иметь свою контрразведку, разведку, которая должна иметь генеральный штаб, которая должна иметь свое жречество, и все это должно работать. Вот этого всего у нас пока что еще нет, и я думаю, общими силами мы как-то этому поспособствуем. Дай бог, да, на самом деле, я согласна с вами во многом, и по поводу религиозности там, тоже недавно совсем говорила, что вот, наверное, именно из-за того, что на Украине слишком много времени уделяли, я не знаю, я не занималась Украиной до 2014 года, как бы, при том, что у меня там много друзей, но в политике вообще не была никак. Но потом вот стала анализировать, и что на самом деле влияние религии сильно, в гораздо большей степени сказалось на Украине, у нас в России нет такого. И мне показалось, что это может быть одна из причин, почему так легко внушаемы и поддаются внушению. Да. Ну так вот, оно... поскольку ваша тема «Информационные войны», да, не могу вас не спросить по поводу фильма Навального. Да? На мой взгляд, это информатака. Он раскачивает повестку не только при помощи антикоррупционной темы, а активно эксплуатирует остающееся недовольство властью. Да? И вот скажите, как на это реагировать? И почему ответа нет от того же Медведева до сих пор? Это обычная тактика и практика аппаратной борьбы. Да? Если происходит какой-то кризис информационный, репутационный, то либо выпускается пресс-релиз, и кто-то что-то говорит, либо делается вид, что ничего не произошло. Это практика пиара внутреннего, во всяком случае, внутри страны. Я, в общем-то, на это я бы даже внимания не обращал. Смотрите, что мне кажется вот в этой связи. То, что такой фильм вышел, и особенно как он сделан, он сделан по-богатому. Да. То есть
Там есть некоторые кадры, которые даже по стоимости там смены, да, как это все снять, пролететь над всякими там строениями и так далее, это, ну, как минимум, надо иметь разрешение от хозяина земли. Я имею в виду в данном случае не владельца строения, а от спецслужбы, которая контролирует территорию. То есть я бы посмотрел на этот фильм с точки зрения управления с двух плеч. С одной стороны, понятно, что Навальный у нас это человек, олицетворяющий западные ценности, ну и как бы деньги оттуда получающий. Но с другой стороны, поскольку элиты и на Западе, и на Востоке сейчас активно перестраивают все мироустройство, то я там увидел участие и наших выгодополучателей. То есть в данном случае, мне кажется, что речь идет о древней схеме, которую мы обсуждаем уже, наверное, полтора года, о том, что смена кадровой базы управленцев на территории Российской Федерации будет идти по нескольким сценариям. И, конечно же, это будет делаться и при помощи вбросов всевозможных компрометирующих вещей, направленных на тот или иной конкурирующий клан. Вот мне кажется, да. Относиться к этому надо... Мне кажется, следующим образом. У основной массы населения абсолютно нет развлечения. Для них власть и власть. И при этом люди ленятся, не хотят различать, что во власти существует огромное количество кланов. И среди них есть государственнические. То, чего у нас не было на Украине. То есть мы на Украине понимали, что это все продажные люди, они соберут чемоданы и в случае чего свалят на Запад. И в России такие тоже есть. Но в России, например, есть такие вещи, как мат-капитал. Очень прикольная вещь. А в России есть вещи, связанные с тем, что вдруг поднялась армия, военно-промышленный комплекс, что делает рост населения. Основной критерий оценки состояния общества – это люди размножаются или нет. Так вот, на Украине они не рожаются с 92 года. То есть в Советском Союзе на Украине был прирост ежегодный 300 тысяч рожденных превышало умерших. 300 тысяч в год. В 92 году уже пошло на спад, и смертность превышает... Ну, в таких объемах страшное дело. А в России на прирост. Это круто. То есть среди власти есть государственнические кланы. И если люди не будут различать, как минимум выделять Путина и беречь его, то на самом деле нас всех ждет украинский сценарий, только если умножить на расу в территорию населения, а по степени кровавости и горя будет больше в разы. Поэтому ко всем вещам относиться, пункт первый, спокойно. Пункт второй. Не истерить ни в коем случае, не втягиваться вот в эту воронку эмоционально. И пункт третий. Даже не ждать выступления Медведева, потому что он не верховный главнокомандующий, а подождать комментариев верховного главнокомандующего. А он сегодня тоже сделал такое заявление о том, что эпидемический кризис и не уберегли. Ну и такое. В общем, спокойствие, спокойствие, только спокойствие. Хорошо, спасибо. Есть вопрос из чата такого плана. Нет ли ощущения, нет ли страха, что Крымом овладеют наши аллигаторы и чиновники и создадут себе оазисы в лучших местах, а общего развития не будет? Ну, вот пример, да, Краснодарский край. Витязево, Геленджик, ну, аллигаторы овладели, и что? Ну, то есть это страхи, они, в общем-то, не связаны с реальным управлением, то есть, например, на Кубани есть такое понятие 100-метровая зона, и там строить не моги. А в Крыму после Украины аллигаторы такое творили, что сейчас приходится даже в первой линии там разрушать разное строение и всяких богатых людей. То есть риски такие есть всегда, поскольку у нас капитализм на дворе, но они все равно управляемые, и мне в данном случае очень нравится пример, я недавно столкнулся с ситуацией, когда один аллигатор имел подряды на военно-промышленные заказы, на производство там чего-то. Ему цена не понравилась. И он высказал это фей, сказал, ну как же так? В результате за неделю у него акции все просто выкупили, а его выкинули с рынка. Аллигатор – это очень условное понятие. Это человек, который контролирует какие-то кошельки. И если человек не справляется с функциональными обязанностями, его увольняют. Так устроено наше нынешнее олигархическое государство. И в этом есть положительные... моменты. То есть, безусловно, есть такие риски, причем аллигаторы не только российские, а израильские, европейские, там, французские и так далее. То есть в Крым действительно стремятся. Ценник на жилье здесь не падает. Так он, по-моему, сравним с московским. Да, да, да. И тоже к этому надо относиться спокойно, внимательно смотреть, кто играет, во что играет, с какой руки заход. А каждый отдельный случай все равно требует внимательного рассмотрения, так же, как в любом следствии. Огульно обобщать здесь самое последнее дело. Понятно.
Дмитрий, еще один информационный вброс, на мой взгляд, да, вы сейчас его разложите. Я сейчас покажу просто этот сайт, касающийся Крыма. Так, сейчас, секундочку. Вот он. Вы можете... Так, сейчас вот здесь вот так я его выведу на экран. Ну и по... вот, посмотрите, да, это Севастополь. Севастопольский сайт, и здесь дает вот такой товарищ Сергей Градировский. Он председатель Заксобрания, насколько я поняла. Ну, во-первых, вот даже вот эти надписи под фотографиями, да, «Наш город прекрасен и тяжко болен», потом здесь вот еще есть одна фотография, здесь написано, смотрите, «Лучшее правительство, то, которое не мешает другим действовать». У меня вот вопрос, например, на эту тему возник. Но я не это хотела обсудить. Здесь у него берут интервью. И дальше говорится... Так, сейчас, секунду. Причем он, знаете, сам... не саентолог, господи, саентолог, это вот он про Кириенко у него спрашивает. Вот, видите, да? А он вроде бы работал, то есть сначала там все так замечательно, он рассказывает, ты какой Кириенко неплохой, а потом раз такой вопрос. А Кириенко, он методолог или саентолог? Ну и дальше тоже интересный, на мой взгляд, ну поскольку я копирайтингом занималась, да, я понимаю, как это делается. Там, вот, что касается обвинения его в саентологии, я лично присутствовал при приватном разговоре, когда один из влиятельных и поныне владык просил прощения у Кириенко за распуск этого грязного слуха. Ну, вот, собственно, что я хотела спросить. Так, роль Сергея Кириенко, который сейчас отвечает за предстоящие президентские выборы, ну, она реально большая достаточно, да? И вот эти откровения, они куда направлены? Вот для чего? У меня ощущение, что это запуск, это муссирование новых слухов. Ну, саентология Кириенко, эта тема давняя, она обсуждается в сети давно. А саентология – это контур глобального управления, это целый вектор, целый центр управления, и даже вот все, что связано с Росатомом, это тоже отражение того, что российский атом – это очень важный элемент глобального управления. А то, что делаются вбросы или обсуждения, либо попытки понизить репутацию Кириенко, она в целом-то устойчивая. Ну, это... Как я отсюда воспринимаю, это вот такие элементы аппаратной игры, связанные тоже с предвыборной кампанией, потому что существуют фигуры достаточно сильные, причем показавшие себя там в некоторых проектах достаточно эффективно. Да? И понятное дело, что выборы – это всегда игра на понижение репутации, будут разные вбросы. Но тоже к этому надо относиться спокойно. Кириенко, безусловно, очень непростой человек, ну... А вот этот вот человек, у которого берут интервью на сайте, я, честно говоря, с ним очень... Ну, я первый раз услышал о его существовании. Мне понравилась фраза «Правительство хорошо то, которое не мешает работать». На самом деле правительство – это... Помните, да, на статуе сатаны на левой руке написано «Разделяй и застывай». То есть разделяй и властвуй, да, вот расчленяй. Или, как, например, в фильме «Красотка», помните, главный герой, он делал, он брал крупные корпорации, дробил их и продавал по частям. Чисто сатанинский подход. Так вот, правительство, оно должно соединять и управлять. И на самом деле, вот в одной только этой реплике данный ну, человек, он ну, как бы раскрылся. Я думаю, что правительство очень ответственно, любое правительство, и городское, и субъекта федерации, и так далее, это действительно функция объединения, организации. Причем организации не только, знаете, преференции для частного капитала. Частный капитал, это что? Это... Сейчас приватизация прибыли и национализация убытков. А на самом деле надо строить дороги, надо строить школы. Какой предприниматель будет строить детские сады? Только если распилить федеральный бюджет, и не более того. Поэтому, вот я, кстати, читаю лекции по ораторскому делу, и всегда вот своим слушателям говорю, вот всегда из длинного текста любого оратора берите и вычленяйте самое главное относительно основных ценностей. То есть, если суммировать, то наезд на Кириенко, причем косвенно по касательной, что он там саентолог, это можно сразу делить на два. Это аппаратная борьба исключительно московского уровня к нам отношения не имеет. А относительно позиции вот, о правительстве, что оно не должно мешать
приватизирующим прибыли, национализирующим убытки, я бы на это посмотрел бы повнимательнее. А кто за ним стоит, чьих он будет, чьи главные интересы представляет? Ну, вот и я на это обратила внимание. Ну, могу вам сказать, что Сергей Николаевич Градировский прошел обучение в богословско-пасторском отделении. Он сотрудник института Гэллопа был в Средней Азии. Ну, то есть, знаете, тоже такой непростой товарищ. Да, многогранный, да, да. Я бы сказала. Да. То есть, ну, там, хорошо. Там да. Не одна спецслужба за спиной и не один орден, да, да. Я так предполагаю. Хорошо, следующий вопрос, который будет касаться нашей банковской системы. Вот это одна из проблем, на мой взгляд. Ну, то есть у нас есть политические и экономические проблемы, да, причем, опять же, внешние и внутриэкономические. Но вот наш банк, который Сбер, в частности, сейчас вам расскажу, наверняка знаете эту уже по историю, в феврале в Крым прибыл главный стратег Германа Оскаровича Грефа из Сбербанка Идрисов. Вот, и там было какое-то у вас собрание, да, в общем, я прочла о том, что он в рамках своей гастроли объяснял, почему Сбербанк не идет в Крым, что якобы Путин приказал. Ну и потом сообщил присутствующим, что самая главная задача для Крыма – это найти способ договориться с Западом об отмене санкций. Ну а потом, что, ну, не может быть никакой другой стратегии с этими проклятыми санкциями, вот кроме как договариваться. Вот, и, так еще дальше, когда там было рассуждение о том, что нужно провести, Запад предлагает провести референдум. Ну и то есть вот он говорит, что нужно провести референдум, тогда, может, придет. Это вот при всем том, что Сергей Лавров буквально там за день сообщал, что американцы там тайно и между делом склоняют по разным каналам крымчан к повторному референдуму. Вот как вы к этому относитесь? Это же тоже, ну, какая-то информационная война. Ну и плюс второй вопрос здесь же, да, вот как вы оцениваете работу нашего правительства в целом? Ну и в частности в отношении вот этих банков. По банкам, по Грефу. Да, Сбербанк в Крыму отсутствует, МТС отсутствует, очень многие представители, крупная системообразующая банки у нас отсутствует. Мы это воспринимаем следующим образом. Поскольку Греф представляет кланово-корпоративные группировки, завязанные на Запад, а нужно сказать, что вы помните, что когда 91-й год прошел, то пока был Буш старший президентом, то у нас двигалось активно, у вас, мы тогда на Украине жили еще, хотя это был еще Советский Союз, по ощущениям, группа Чубайса, группа Явлинского. Вот эти 500 дней, это на самом деле была группа, которая была завязана и религиозно, и финансово на республиканскую партию. А потом пришли Клинтоны, да, и резко произошла смена, и вошла вот эта группа, в которой, кстати, и Греф есть, и Кудрин, и Чубайс, которые завязаны на клинтонитов. Клинтониты – это прежде всего, конечно же, финансовый капитал. Это не производственники. Это не Трамп. Это мы не сеем, мы не пашем, мы готовы. Мы берем, даем там денег в суду, и нас не интересует большой круг обращения денег. Вы нам деньги верните, и тело, и проценты, и мы еще сделаем законы, примем так, чтобы вам это было нелегко. И, соответственно, вся эта агентура клинтоновская, она здесь будет исполнять все то, что скажут в Вашингтоне. В общем-то, Греф это исполняет. Все его разговоры относительно того, как бы он хотел вернуть Крым, или как бы он зашел бы сюда, в Крым, нужно рассматривать с точки зрения другого клана, который олицетворяет тот же Сергей Викторович, который сказал, что Крым мы не обсуждаем, мы вообще внутренние вопросы не обсуждаем. А я, честно говоря, в Крыму разговоры о повторном референдуме, ну, на официальном уровне, либо на уровне того, что это готовится, вообще не слышал. Мы к этим референдумам относимся очень индифферентно, ну, то есть очень ровно и спокойно, потому что тут надо понимать, что такое Крым. Крым, когда сначала в 47-м году, а потом в 54-м Крым передали Украине, здесь на самом деле русская община очень сильна. Вот на всей Украине русская община послабее будет, у них не было русского единства, у них не было активистов, но на протяжении всего советского периода до 91-го года люди были крайне недовольны, что их оторвали от РСФСР. И это движение, оно никуда не делось.
Тут русский дух, тут Русью пахнет. И поэтому все вот эти разговоры, что здесь там кому-то дадут денег, что, может быть, какие-то национальные общины там подкупят, референдум даст другие результаты, я уверяю, что это будет не так. Поэтому вот к попыткам раскачать ситуацию и сказать, что типа тот референдум был нелегитимен, что такое повторный референдум? Это значит, в 2014 году под дулами автоматов люди вышли и сказали не совсем то, что думали. А нет. То есть сам факт повторного референдума нам оскорбителен. То есть мы тогда думали одно, сейчас мы будем думать другое. А банкиры – люди подневольные. То есть они бы, может быть, и зашли бы, но они, поскольку представляют интересы... Собственно говоря, Сбербанк – это продолжение нескольких глобальных банков с портом приписки там в Нью-Йорке и Вашингтоне. Поэтому что они могут сделать, как вольно-наемные менеджеры, которые исполняют за свой соцпакет все, что прикажут. И поэтому, естественно, вот этот тайм-аут, когда эти банки системообразующие не заходят, он решился таким образом, что здесь формировались свои операторы связи мобильной, у нас же МТСа нету. И мы в роуминге, кстати. И зашли банки, которые не являются системообразующими, но тем не менее они бурно растущие. То есть они уже тут закредитовали весь Крым. Давайте подождем. И вообще 2017 год, по нашим ощущениям, принесет столько сюрпризов. И в кадрах, и в перестановках, и в экономике. Может быть, даже у нас появится и второй контур. Представляете, у нас кроме рубля, который имитируется под золотовалютные резервы, появится, например, ресурсный рубль, его назовут Алтын. Он будет безналичный, на него будут все строить. И будет курс еще обменный. И тогда я представляю, что начнет кричать Греф. Ему будет очень больно и обидно. Историю про Алтын я слышала еще с 2014 года, так что я двумя руками за с вашей идеей. Ну, здесь еще, знаете, история вот про банковский сектор вообще, в принципе, да, очень, ну, мне, по крайней мере, вы сейчас скажете свое мнение, по поводу нашего центрального банка, что думаете, почему он до сих пор не в государственном управлении, есть ли, ну, в смысле, почему до сих пор Владимир Владимирович, да, своей там рукой не может вернуть, там, национализировать этот банк? У нас после Советского Союза, у всех, и у, прежде всего у нашей аудитории, есть стереотипное мышление, что царь, ну или там исполнительный директор или генеральный секретарь, он прям, ну, всемогущий. Все, что там происходит, и даже на телевизор кажется как проявление железной воли, это все и следствие расклада сил. Угу. Так вот, глобальный расклад сил такой, что вот эти вот ростовщики, глобальный финансовый капитал, который является хозяином всех мировых денег, на секундочку. Мы думаем, что мы живем в одной только России, а у нас там мы не имеем никакого отношения, что царь что скажет, то и будет. А нет. А хозяева мировых денег, они имеют колоссальное влияние не только на Греф, а на всю международную мировую финансовую систему. И центробанки, они по всему миру посажены грядками вот именно таким образом. И для того, чтобы мы, ну, там, приказным тоном что-то просто не получится. Нам же нужно, и чтобы Путин хотя бы так до 35 года еще поуправлял. То есть нам надо не обрушить страну, нам надо очень сманеврировать так, чтобы строить новую систему, не ломая старую. А вот таким вот росчерком пера, типа Центробанк, внутреннее управление и дальше что? А дальше начинается... Ну, вещи, которые у нас на самом деле очень щадящий режим санкций, если никто не заметил. То есть санкции объявлены, но они объявлены именно так, чтобы мы начали рост, чтобы мы начали какую-то автономную экономическую жизнь. А вот если мы будем делать несогласованные вещи с некоторыми сильными мира сего, это все может закончиться очень печально, мы можем Россию потерять. Поэтому я считаю, что Путин с Центробанком ведет себя правильно. Нашему населению нужно читать лекции и лабораторные работы проводить по теории и практике управления каждый день, повышать меру понимания, что происходит. И тогда вот этих разговоров станет меньше. Ну вот, спасибо, что объясняете, потому что, вот, читая комментарии к некоторым видео, ну, к каким-то эфирам, во всем всегда Путин. А почему Путин не сделал этого? И мне, на самом деле, это так смешно, что, ну вот реально вы сказали, что привыкли все, вот, царь у нас в России, который все разрулит один. Я вам больше скажу. Вот поднимается же вопрос об Украине, как ее забирать и так далее. Вот у всех, у подавляющего большинства людей...
И у многих людей отношение к жизни. Во-первых, никто ничего не планирует, никто палец о палец ударять не будет. Всем нужен только Путин, чтобы кто-то пошел и сделал. Это такой расслабленный образ жизни, когда я хожу на работу, возвращаюсь домой и все. Это такой желудочно-растительный образ жизни. Людям надо учиться управленческим знаниям. Очень многие вещи можно сделать на местах, если только поднять задницу, а не ждать, что все время Путин будет давать команды асфальтировать Омск, как он это сделал на прошлой прямой линии. Вот так вот видят такие эфиры, понимаете? Когда ему сказали, что там или дорогу, или там пенсии мне не дают, или не в таком количестве. И все, и через ее тут же перерасчитывают на следующий день. Наверное, оттуда ощущение. Это да, но смотрите, безусловно, вот эти клановые корпоративные группировки, которые пилят местный федеральный бюджет, они безусловно, и у чиновников две цели. Первая – управить, вторая – присосаться. Так вот, у нашего подавляющего количества чиновников управить вообще не стоит. Присосаться. Если тебя клан поставил, то твоя задача в зубах относить наверх и больше ничего. Соответственно, в таких рамках, естественно, надо, чтобы было давление на них. И люди не обладают инструментарием, как это давление производить. Наши люди не умеют даже по закону об обращении граждан написать правильное обращение. И, соответственно, поскольку народ недееспособен, просто неграмотен, они обращаются к Путину: «Путин, помоги». Да он просто не успевает хвосты заносить, такая огромная страна. Поэтому народ надо слегка дать пинка, чтобы народ поинтересовался, как это сделать, не напрягая Путина. У него есть чем заниматься и без асфальта в Омске. А как пинка дать? Как вы себе это представляете? Обычные социальные изменения в странах разных, и в Англии, там, и в Германии, когда делаются определенные изменения инфраструктурные, да, или социальные, есть такое понятие «лонч нового бренда», то есть социальная реклама. Запускаются ролики. Люди-то все равно сидят в социальных сетях, в Фейсбуке, ВКонтакте, в Одноклассниках. Они все равно ролики коротенькие, минутные, двухминутные смотрят. Так вот, если собрать всех наших персон влияния, духовных лидеров, да, культурных, там, режиссеров, актеров, которых еще певцов, которые пользуются авторитетом, собрать их, прокачать, научить, рассказать и записать с ними серию роликов и показать инструментарий, вот как написать обращение, например, случилось горе у кого-то, да, там, и какие-то тяжбы по поводу земли, кто-то сильный взял и человека, напряг, отнял у него землю, дом и так далее. И там реально есть состав преступления. Многие люди не могут. Они берут и пишут, например, в прокуратуру заявление, да, рассмотреть. И они даже не делают простого хода. В шапке, кому обращено ходатайство, они пишут: вот местного прокурора. Прокурор раз и делает отписочку. Согласно закону об обращении граждан, он отвечает. А в ответе, до свидания. Нужно правильно писать, и это юридическую службу надо зарядить, чтобы в шапке писать и этому прокурору, и вышестоящему, и генеральному, а также в Следственный комитет вышестоящему и в Москву, а также Федеральной службе безопасности, вышестоящей в Москву. И когда разные группировки клановые, они увидят, что ссор из избы вынесен, и это все в одной шапке. Понятное дело, надо несколько копий. Уже, например, утаить шило в мешке будет намного труднее, и тогда будет дан ход какому-то делу. То есть простыми элементарными вещами, которые денег не стоят, а людям это никто не рассказывает, а они все считают, что все равно с чиновниками разговаривать бесполезно. С чиновниками разговаривать полезно. Я знаю предпринимателей, которые только обращениями граждан из федерального бюджета вынимают штрафные санкции против чиновников, которые нарушили закон об обращениях. Да? А некоторых чиновников сажают даже на уголовный срок. Только потому, что у них есть грамотные юристы, и у них есть харизма. Они прут как танки. Вижу цель, не вижу препятствий. А у нас народ приучен к тому, что сиди ровно, не возникай, будет хуже. И в результате получается вот такая ситуация, что Путин должен асфальтировать Омск. В общем, ликбез нужно проводить. Да, это исключительно вопрос знаний. Знание не только сила, но знание – это власть. Вы сейчас хорошую вещь сказали, я прям себе на карандаш взяла. Нужно это запомнить, как писать шапку. На самом деле вы абсолютно правы. Я научился на собственном опыте. Рассказываю, это было на Украине. Я был директором Ялтинской киностудии. Ко мне пришли сильные люди, а у меня на балансе была чаечка, кабриолет. На ней еще Хрущев ездил. Это автомобиль. Рыночная стоимость там примерно за сотню тысяч долларов, да, мне попросили продать по дешевке. Я как директор
без совета директоров ничего не могу, обратился в Москву, а мне сказали, нет, уже продано. Ну и в качестве мести мне устроили налоговую проверку и вжарили там $300 000 никчемных сделок, да, и уголовный срок светит. И это реально был наезд. Там было огромное количество признаков, тяжек и нарушений закона. И если бы я обращался вот адресно в одно учреждение, во второе, меня бы, я бы уже, может быть, и сидел бы. А я просто посоветовавшись со своим очень грамотным юристом. Мы сделали веерное, это называется оповещение. Мы сделали 64 пакета с приложениями, со всеми документами, да? И в каждом пакете в шапка занимала примерно 10 страниц. Там был президент Украины. И дальше по списку. Прокуроры всех уровней, все телеканалы, парламент и так далее. А, и был там, в конце был заголовок, кто заказал Ялтинскую киностудию. Я вам скажу, что это веерное оповещение сработало. И все было спущено на тормозах, потому что выносить ссоры из избы для мелких корпоративных там удовольствий за 10 тысяч купить ретро-автомобиль. А, ну, собственно, на этом все закончилось. Только, ну и да, естественно, форма 117 с уведомлением, да, и так далее. Берешь, идешь на почту и делаешь такое оповещение. И дальше можно сидеть, курить бамбук и ждать, когда все остальные начнут подпрыгивать. Ну, я с этим тоже столкнулась. Единственное, я тоже делала веерную рассылку. Там было связано с тем, что компания, страховая компания не выплачивала, она обанкротилась. И, в общем, ну, с машиной связано, да, с ДТП было. И я тоже делала веерную рассылку, но вот эта фишка, что в шапке именно писать, это на самом деле здорово, это очень хорошая вещь. Я, конечно, каждому отдельно делала, и потом все отписались у нас по закону 30 дней, и там и Жириновский, и в администрацию президента я писала, все сработало, деньги выплатили. Да, государственные юридические лица – это лица, представляющие разные кланы. А эти кланы не всегда находятся в дружественных отношениях. И как только есть перекрестное оповещение, сразу возникают такие движения, о которых мы можем даже не догадываться. Утаить невозможно ничего, все становится, ну, оглашаемо. Это хороший управленческий маневр. Да, спасибо за подсказку. Следующий вопрос будет касаться сегодня. Вчера статью прочитала, которая называется «Олигархи из окружения Порошенко открывают бизнес в Крыму». И короткая цитата, потом я задам вопрос. Итак, 4 марта 2017 года, после годового ремонта на территории Севастополя, вновь открылся торговый центр «Фуршет Гурман», владельцем которого является Игорь Боленко, депутат Киевского городского совета, член депутатской фракции «Удар солидарности», украинский олигарх. Ну и тот же Боленко сейчас продавливает, это ближайшее окружение президента Украины. Там в Киеве... В ближайшие месяцы от имени Киевсовета он узаконит застройку прилегающих к Киево-Печерской лавре земель. Но это вот по поводу него. Затем активы небольшие у Рената Ахметова по-прежнему там есть, да? Ну, в этой же статье говорится о том, что там Лев Миримский, я не знаю, кто это такой. В общем, украинские бизнесмены начали попытки легализации бизнеса и своей собственности на основе российских законов. И вот это очень интересная такая тенденция. Как вы относитесь вообще, в принципе, к тому, что украинский бизнес присутствует и возвращается в Крым? Ну, я хочу сказать, что он никуда и не девался. То есть сети торговые, которые здесь находились, они в очень быстрые сроки перерегистрировались и даже начали экспансию в Краснодарский край. Ну, были такие движения. Они одно время поставляли продовольствие из Украины, а потом, собственно говоря, перешли на... Ну, когда блокада началась, да, они стали продукты закупать уже в России. То есть это не новость. А законодательно здесь никаких нарушений нет. То есть любой предприниматель, против которого нет там уголовно-процессуальных там следственных действий и каких-то налоговых недоимок, может прийти зарегистрироваться, либо дочку там, либо как-то. Тут этот вопрос о предпринимателях, он, если он обращен к обычной аудитории человеческой, да, то она, это сообщение, оно, как правило, кормит жабу. То есть у простых людей таких активов нет, сетей нет, ничего нет, возникает, ну, зависть, возникает нечто, и так формируется негативное информационное поле. Нужно посмотреть вот на какую оперативную особенность. А вот Крым, например, за 3 недели, да, перешел в состав Российской Федерации практически без единого выстрела. Это во многом было сделано потому,
что элиты наверху, во-первых, были структурированы, договорились, а они договорились на всех уровнях, и на материальном в том числе. И это было сделано во благо всех, достаточно быстро, оперативно и управленчески грамотно. На Украине можно, это было... Можно я сразу вопрос задам? А как смогли уговорить вот эти элиты, тот же олигархат, да, крымский, что они согласились, они что, тоже так пылали любовью к России? В чем причина? Кто пылал, кто не пылал, у каждого найден подход. Обычная основа оперативной работы. Ну, то есть, ну, во-первых, есть лидер, то есть есть харизматик, который подход этот осуществил. И, конечно же, ну, и не без помощи со стороны, да, с улицы. Но, например, на Донбассе это было растянуто и совершенно, ну, кто в лес, кто под дрова. Когда украинские аллигаторы начинают легитимизироваться в Крыму, это признак того, что на Украине все идет к своему логическому завершению. То есть, если мы заинтересованы в прекращении гражданской войны, в прекращении АТО, кровопролития и так далее, то, соответственно, на уровне вот этом элитном происходят какие-то подходы, договоренности и встречи, и людям указывается дорога, как легализовать, там, вывести часть своих активов и стать нормальными, честными предпринимателями, платить налоги в Российскую Федерацию и всячески способствовать умиротворению всего, чуть не сказал, юго-восточного, юго-западного федерального округа, ну, страны под названием Украина, например, да? Вот, то есть... В этом надо видеть не только плохое, что кормит жабу, но и хорошее, что говорит об успехах оперативной работы разных умных людей, которые делают грамотный подход. Ну и хорошо. Я-то к этому именно так и отношусь. Меня это обрадовало. Но по очень многих то, что вы говорите, жабок, наверное, так и есть. Ну да, да, да. Хорошо. Следующий вопрос будет касаться... закона о российской нации или русская нация, вот, который готовится, да, его там внесли поправки, отложили пока. Вы к чему у вас ближе, к российской нации или к русской нации? Я даже статью на эту тему писал, и она была в диссонансе со многими аналитиками. Смотрите, российская нация – это термин, который по-любому заменяет термин, ушедший в историю, назывался советский народ. То есть у нас многонациональная страна, и страна при этом, государствообразующий народ, 80% это русские люди. Ну, это те самые с голубыми глазами, да, или с зелеными, блондины там, или там, шатены. Ну, я да, их можно... тоже русская. Да, но их можно визуально идентифицировать. Ну, да. Но кроме этого, у нас еще есть огромное количество других народов, и тюркских, да, и разные религии, разные конфессии, и народов очень много. И получается, что поскольку у государства есть свои ценности экономические, в вопросах справедливости, в вопросах построения государства, оно не идеальное, но тем не менее, по сравнению с другими государствами, оно меньшее зло, а в некоторых вопросах оно реальное добро, то получается, что надо весь народ этой империи многонациональной, ему надо нарезать имя. А слово «российский», как оно кому не нравится, да, оно... включает в себя, во-первых, корень «рос» — это дань уважения государствообразующему народу, которому, между прочим, 80% от общего числа 146 миллионов, на секундочку, да? Uh-huh. И в то же время он этим зонтиком накрывает все народы. То есть мы россияне, и это хорошо. Я считаю праздник 4 ноября вообще государствообразующим. Здесь в основном есть так называемые русские националисты. Я, например, крымский русский националист, но я трезвомыслящий, причем еще и оперативный, да? Ну, оперативный работник. Я русских националистов, не крымских, я классифицирую на с чего стола кормится и чьи интересы преследуют. Для того, чтобы русская община не была затоптана другими молодыми или там немногочисленными народами, во-первых, не нужно педалировать тему, что вроде бы народы там состязаются. Хотя, безусловно, в некоторых профессиях, в некоторых отраслях бизнеса, там, нефтянка и так далее, некоторые народы вырываются вперед, некоторые отстают, да, некоторые народы у нас вообще занимают, например, там, нотариат, а некоторые только у станка. Это все понятно, но для того, чтобы русская община и государствообразующий народ имели, ну, соответствующее положение статусное в общем столе, то нужно, чтобы русские общины перестали быть, знаете, у нас все общественные деятели, да мы сделаем все, что угодно, только заплатите нам.
И при этом, получается, в русской общине отсутствуют, да, такие составляющие, как генеральный штаб русской глобальной общины, жречество русской глобальной общины. У нас как бы и церковь вроде есть, но при этом у нас нет единства народа, церкви, вот прямо в таком смысле, чтобы это была церковь русской глобальной общины. И получается, что эта тема российского народа, она, безусловно, я считаю ее положительной. Она, с одной стороны, замещает термин «советский народ» и делает зонтичное понятие для всех народов, живущих на территории России. Это понижение любой остроты любых вопросов, кроме платных русских националистов, которые начинают раскачивать тему, типа «вот, нам не по чину, не по чести, а где же русские?» и так далее, и так далее. Для того, чтобы русские получили по чести, надо, чтобы хотя бы общественные организации русские структурировались, сформулировали свои цели и задачи, цивилизационные, да, и хоть что-то сделали на этой ниве, хотя бы не за деньги, которые, как правило, вдруг оказываются, если проследить цепочку всех переводов и вообще сделать оперативную выборочку, какие деньги на карты капают, то оказывается, что они из США приходят. У нас русские националисты кормятся с американского стола. Не, нормально? То есть я к понятию российский народ отношусь позитивно. Я считаю, что это консенсус и элитный. В народе вот это метание, они существуют, но это только потому, что с народом никто не разговаривает на простом, понятном языке. Никто не растолковывает свои действия. Да, понятное да. дело. Да, нет, то есть народ находится в вакууме, с ним никто не разговаривает. А вопросы задаются, а ответов нет. И получается, мы с вами некоторые ответы можем дать. Ну, это хорошо. Да, это хорошо. Но на самом деле вот никто не объяснял, какие-то позиции, вот сколько у нас программ, шоу, да, ток-шоу проходит, а вот этот вопрос я не помню, чтобы так как-то вот глубоко и много было посвящено ему, а зато какая буря в сети была, да? Да, да, да. На эту тему. Ну и в результате-то его свернули, сказали, что народ еще пока не готов обсуждать, к сожалению. Почему не готов? Наверное, готов, но реально нужно было объяснить. Я вот к вопросу неготовности, вот он многие говорят, мы не готовы забирать Украину, мы не готовы. Смотрите, что значит критерий готовности? Это значит, что создается оперативная группа аналитиков, которые даются аналитические справки по тому, что было и тому, что есть, и которые, чего мы не делаем, пишут сценарии на будущее. У нас все аналитики, вот если взять все ток-шоу, да, и те фамилии, которые мы с вами там перечисляли, и другие, они все говорят о том, что было, и о том, что есть. Никогда на российских ток-шоу нет картинки будущего. Никто не рассказывает сценарий. Сегодня делаем это, завтра это. Это характеристика всех наших вот так называемых вот этих командно-штабных учений в телевизоре. А для того, чтобы народ был готов, нужно сделать так, как сделал Ленин в 1918 году. После того, как Брестский мир закончился и началась, возобновилась война, и стал вопрос забирать Украину, Ленин сделал что? Он взял и отправил на Украину 800 пропагандистов, которых вышкалили, выучили, дали им скрипты, и они знали, что говорить ножками от двора к двору. А у нас эта часть работы вообще провисает. У нас эту часть работы взяли ток-шоу, а они с ней не справляются. Я бы их уволил, просто за профнепригодность. Хорошо. Следующий вопрос, который тоже касается, они, наверное, где-то пересекаются в какой-то степени. Тоже наверняка слышали, что Госдума готовится упростить получение гражданства Российской Федерации, где будет основным критерием знание русского языка и связь с территориями Советского Союза и Российской империи. То, чего не было в предыдущей редакции. Вот, то есть, как вы к этому относитесь? Ну, пункт первый, давно пора. Пункт второй, я понимаю, почему это не делалось. Вообще все, что касается федерального миграционного законодательства во всем мире, это инструмент управления глобальный. В Западной Европе, которая закрыта Шенгеном, там визами, да, и вдруг валом валят эти всякие арабские мигранты, да, и каким образом? А это инструмент, шлюзы взяли и открыли. Еще и всем строго запретили там говорить ай-яй-яй. А вот миграционная политика на постсоветском пространстве, она прежде всего была направлена на то, чтобы... Вот Путин сказал, русский народ самый разделенный в мире. Так собирание. Вот, да, так вот, это является следствием миграционной политики всех постсоветских республик. Эта политика навязана с надгосударственного уровня управления. То есть, когда, например,
даже хорошие мысли и хорошие законопроекты в разных парламентах обсуждаются, это еще ничего не значит, потому что есть надгосударственный уровень, который может это приостановить и так далее. Я считаю, что это нужно делать, нужно продавливать, потому что в один прекрасный момент, если все люди, говорящие на русском языке, им будет оглашена идеология русской цивилизации, то, собственно говоря, драматизм мировой истории на этом может, мягко говоря, и закончиться. Естественно, этому есть противники. Это, на эту тему идет колоссальная драка. То есть в тот момент, когда русские с разных и азиатских республик, из-за кавказских, русские люди, да, или русскоязычные, те же армяне, говорящие на русском языке, те же евреи, там, те же грузины, не суть. Но если они все выходцы из Советского Союза, то тогда возникает смычка идеологическая тоже и цивилизационный зонтик, который возьмет и спаяет все эти распавшиеся части. И это очень правильное движение, над этим надо работать. Но опять же, весь вопрос в структурах, которые эти 800 пропагандистов запустят от двора к двору и людям объяснят, что было, что будет, чем сердце успокоит. Хорошо. Чтобы закончить разговор про Украину, все равно у вас буду спрашивать, никуда от этого не денешься. Спрашивайте. Но, значит, еще два последних, заключительных вопроса по России. Во-первых, мы хотели эту тему поднять с Глебом Бобровым. Почему нет, вы как человек, который киноиндустрии очень близок, да, как вы считаете, почему до сих пор нет никакого фильма художественного, я имею в виду, и не ставится в спектакле о «Крымской весне», например, о героизации, да, вот всего этого. Художественных произведений, которые вот, ну, придавали бы там чувство, усиливали чувство патриотизма там и так далее, нет. С чем связан? Я долго задавался этим вопросом, я нашел на него ответы. Дело в том, что киноиндустрия, она во всем мире, за исключением Соединенных Штатов Америки, она... субсидируется государством. Есть там целые кинопрограммы, кинокомиссии и так далее, и так далее. Некоторые регионы возмещают затраты на производство из своих бюджетов. У нас в России все вторично, и мы, конечно, являемся продолжением глобального кинобизнеса. А это индустрия в 35 миллиардов долларов ежегодно. И там все основные центры управления находятся не в Москве, они находятся в Лондоне и в Лос-Анджелесе. Соответственно, возникает простая сценарная заковыка, связанная с тем, что вот американские продюсеры, вот даже смотрите, 28 панфиловцев, а в титрах Universal. А это не только прокатчик. Дело в том, что прокатчик, он имеет влияние даже на монтажи. То есть я думаю, что Universal выхолостил 28 панфиловцев достаточно значительно. Получается, что поскольку Запад, являющийся конечным владельцем всей киноиндустрии, не заинтересован в героизации русских вообще, денег на это из тех кранов не поступит. Возникает вопрос, надо найти другие краны. А у нас вся киноиндустрия в кадровом смысле, она вся воспитана во ВГИКах. То есть это просто филиалы по производству. К нам приезжал один преподаватель ВГИКа и семинар тут проводил. И, значит, такие дружественные связи с нашим кульком, нашим вузом культурным, там тоже режиссеров выращивают. Ну, и он рассказывал о работе в ГИКа и показывал курсовые дипломные работы. Он показал 4 работы, я вам скажу, это тихий ужас. Эти работы были датированы 2012-2013 годом, да. Значит, там «Ювеналка», «Жесточайший депресняк», «Дедовщина в армии» и «Русофобия». Это то, на чем учатся наши кинематографисты. То есть, даже если найти денег, то режиссеров, которых выпускает высшая школа этой индустрии, нет, которые бы на верхней части туловища хотя бы понимали, о чем мы с вами говорим. Для них это все тупая рашка, которая прогнившая, бензоколонка, она даже айфонов не делает. Это все очень плохая история. Эммануэль, да, хороший представитель. И Ройзман. Ройзман, а как его? Забыла. Он нашел. И Ройзман тоже, им просто ему больше... Тоже, да. Да, ему больше с пенсионерами приходится общаться, поэтому он маскируется. Теперь вопрос по поводу... Вот я что еще забыла. Буквально вчера, да, по-моему, да, вчера была информация о том, что Путин одобрил запрос Южной Осетии в составе армии России. Запрос Южной Осетии о чем? Они входят в состав армии России. А,
Ну, вот эти все процессы по сближению, да, вот этих непризнанных республик, они все равно будут происходить. Это касается и Приднестровья, и Абхазии. Будут происходить всевозможные пошажочно движения, связанные с воссоединением всего советского пространства. Осетия, там драматическая история с автономией, драматическая история с поглощением Грузии, да, и стремление народа, оно большое, тоже разделенный народ. Отношусь я к этому хорошо. Если что бы это меня... означает? Это означает то, что образуется единое командование, единая зона ПВО и единые вооруженные силы. То есть это, ну, такой блок типа ОДКБ, и в состав России, поскольку непризнанная республика, она в ОДКБ зайти не может, она вошла в Россию. В вооруженном смысле слова. То есть это такая блоковая структура, которая означает то, что воевать с Южной Осетией никому не советуется, ну, по избежанию всевозможных осложнений. И это на самом деле усиливает, укрепляет то же, что касается, ну, названия моей программы «Информационная война». Это укрепляет дух народа. И там, и здесь, и вообще. То есть чем мы ближе, чем мы плотнее, тем лучше. Хорошо, это прям так радует. Ну и вопрос по Евровидению, да, по поводу вот этого скандала с нашей певицей с ограниченными возможностями. Ну, скандал, я имею в виду, что из этого получается, да, особенно когда там украинская сторона говорит о том, что там на миротворец ее внесли, что проверять ее будут. Вообще вот ваше отношение к этому и как вы считаете, нужно ей ехать, не нужно ехать? Ну, в общем, все, что касается Евровидения и... Да, смотрите, Евровидение, так же как миграционные дела, так же как атомная энергетика, саентология, это различные контуры глобального управления. И согласно раскладам сил, не всегда мы можем росчерком пера там сказать, что мы там участвуем, не участвуем. Тем более, если есть такой инструмент влияния на внешнюю политику, например, в отношении Украины, то по неписанным правилам дипломатии этот канал нужно использовать. Просто по умолчанию. Нравится кому-то, не нравится. Возможность, окно возможности открывается, надо использовать. Это первое. Второе. Что касается истерики с той стороны, что будут проверять, что ее не пустят, будут там угрозы безопасности. Я вам скажу, что все вот эти крики, это только раскачка эгрегора страха. Очень многие кричали и о том, что они взорвут газотранспортную систему. Очень многие кричали, что они в Энергодаре взорвут станцию. Эти люди все давно закопаны на глубину 2 метра. То есть даже на территории Украины есть специальные силы, которые, ну, даже чего вспомнить, когда несколько в аэропорту Киева приехали представители одной из наших республик, да, и очень быстро решили оперативный вопрос в 2014 году. То есть существуют инструменты, когда будет сказано такое, ай-яй-яй, что мало не покажется никому. То есть вопросы безопасности в современном мире решаем. Возникает исключительно вопрос политической оперативной игры. В этом смысле я думаю, что в согласовании с глобальными элитами этот сценарий отработан и вброшен. То, что, опять же, у нас нет этих 800 пропагандистов, которые тонкие моменты оперативной игры объяснят, а истериков накачивают специально из Запада, чтобы они говорили, ой, все пропало, бежим, все плохо, там одни идиоты, они ничего не понимают. А к этому тоже надо относиться спокойно. Делить все истерики на два. Я думаю, что из этого кое-что получится. Тем более, что на самом деле еще апрель не прожит. Мы еще не знаем, что там с Украиной будет в связи с последними вчерашними, позавчерашними событиями. Представьте себе на минуточку, что в какой-то понедельник или вторник в Киеве произошел контрпереворот. Страна поменялась. Другие люди во власти, да, ну, понятно, что не все, понятно, на местах там тоже бандеровцы останутся, но, тем не менее, политически там начнется борьба с этим диким полем, там начнут сажать, стрелять и наводить порядок, причем без участия России, ну, это хорошо. Да, ну, собственно, мы вот, видите, плавно так и перешли к Украине, но сначала я хочу про республики, да, спросить у вас, Захарченко здесь установил же статус госграницы для линии соприкосновения в Донбассе. Так звучит новость. И я видела достаточно бурное обсуждение жителей республик.
и жители не республик, которые не входят, да, в эти республики, а которые обижаются на самом деле. То есть получается, что люди свою мечту о там, Большой Новороссии, ну, условно говоря, да, можно забыть. Или что это было? Объясните, пожалуйста. Ну, обижаться на, вообще на сам факт установления режима границы на линии соприкосновения нехорошо. Ну, потому что это вынужденный во многом ход, если вспомнить вообще, что происходит в пограничных населенных пунктах с жилыми массивами и с мирным населением, которое обстреливается, кстати, из гаубиц американского производства 155 миллиметров, а эти боеприпасы заводятся через Одесский порт. А это и во многом и вынужденный шаг, это управленческий шаг. Вообще республики тихой сапой строят, выстраивают свою государственность, которая на юридическом языке называется правопреемник вот той умершей Украины. Mm-hmm. То есть в рамках законодательства Украины проведен референдум, сформированы государственные органы управления, и это все в преемственности. А все, что произошло... Да, это государственный переворот. То есть людям обижаться не надо, людям надо запастись терпением до того момента, когда война эта закончится, когда в Киеве произойдет контрпереворот. Желательно, чтобы он произошел без крупных войсковых операций. Желательно, чтобы так же, как американцы, вот обратите внимание, как американцы осуществили операцию вторжения. Они наняли всяких журналистов, они наняли политиков, завербовали их компроматом, еще какими-то делами, да, и осуществили дворцовый переворот, который был замаскирован большими движениями на Майдане. Ну и там войсковыми небольшими операциями. Но в целом это было без обстрела Киева из градов, правда же? Да. То есть американцы применили вот ту самую субстанцию, которая называется мозги, которую некоторые наши политики или некоторые наши политологи отказываются применять даже на ток-шоу. Вот. Захарченко – это очень серьезная фигура. Это человек, который претендует на объединение всей Украины. И у него реально для этого есть шансы. И у него реально для этого есть возможность. Ему надо в этом помогать. А людям, которые живут в пограничных регионах и, собственно говоря, занимаются там пограничной торговлей, их тоже можно понять, они выживают. Но эта мера вынужденная. Я думаю, что мы доживем до того момента, причем в ближайшее время, когда вся Украина фактически будет управляться из Донецка и будет по частям воссоединяться в точно так же, как вот движение Южной Осетии, да, там, других республик, они все равно будут двигаться в направлении России. В этом надо им помогать и всячески способствовать. Хорошо, я скажу свой комментарий. Вы тоже, кстати, можете потом опровергнуть, там, кинуть меня камнем или тапком, если не согласны. Я вот в этом увидела, в разграничении, в установлении госграницы, такой момент. Вот 2 года Москва же была готова на сохранение Украины, да, ведь сколько говорили там про Причем Украина, которая должна была обновиться руками республик, ЛДНР. Вот, а теперь вырисовывается новый замысел, что сохранять Украину Москва уже не хочет. Ну, мне так кажется, да? Вот, не совсем. Не совсем. Здесь происходит определенная маскировочка. Смотрите, общий стратегический интерес России, при всем при том, что может казаться, разные государственные лица говорят о другом, тем не менее нас интересует целая неделимая Украина. Зачем это нам? Дело в том, что бандеровский проект выращивался 150 лет. С середины 19 века австро-венгерский генеральный штаб этот проект начал структурно исполнять. То есть начались выращиваться люди, которых называют украинцы. Они родом из русинов, русины это русские, западные, окатоличиваемые очень насильно. И вот, собственно говоря, выращивался этот субэтнос. Если позволить Западу разделить Украину и оставить хотя бы 2 области, в которых будет выращиваться бандеровский проект, рано или поздно война с Польшей и с Россией неминуема. Для того, чтобы в перспективе 10-15 лет закрыть вопрос войны, для этого нужно уничтожить бандеровский проект. Следующее логическое построение. Бандеровский проект уничтожить можно только в рамках единой страны. Для этого нужно перехватить управление в Киеве и обычными законными средствами, вот так, как это, например, на Северном Кавказе, потихонечку завершаем операцию по уничтожению, ну, северокавказского
ваххабитского проекта, который ничем от бандеровского не отличается. Да, на это уйдет огромное время, но в конце концов мы завершим эту работу. То же самое предстоит сделать и с Украиной. Возможно, не все территории будут объединяться с Донбассом. Сама граница, она ничего не говорит. Она, с одной стороны, вроде бы отделяет, но с другой стороны, активизирует всех русских людей с той стороны в направлении мыслей, а как нам успеть на этот поезд уходящий. То есть тут палка всегда о двух концах. Россию всегда, что в 14-м, что в 15-м, что в 16-м году, интересует только вся Украина. Потому что и третий позиционный район. Ну, представьте себе, если по Днепру будут размещены системы ПРО, томагавки, подлетное время к Москве станет меньше. Это очень важно с стратегической точки зрения. Для нас стратегически нужно вернуться к границам 1939 года. Там даже если на рельеф местности посмотреть, если мы остановимся у Хмельницка, у подножия предкарпатских, да, мы все равно проигрываем тактически. С военной точки зрения нам нужно возвращаться к границам 1939 года. Ой, как мне это нравится. Так, у меня... Сейчас его нет. Ну, и судя вот по тому, что сейчас происходит, вот буквально сколько, ну, я не говорю уже про ту блокаду, которая месяц назад началась. Вот вчера же было, да, захват в Луцке, ОГА, Черновецкая ОГА захватили. Угу. Сейчас только вот пришло сообщение, я вижу мне в скайпе, что Просюка избили. Воины АТО стреляли в правый сектор. Вот у меня ощущение, что начинается дефракция Украины. Ну да, с одной стороны это так. Ну, тут накопилась такая критическая масса невменяемых людей с оружием, что такой сценарий он все равно не минует. Весь вопрос в том, насколько будет степень кровопролития, связанная с мирным населением. Смотрите, мы в Армении наблюдали это в прошлом году, когда вот были эти попытки. Дело в том, что когда, с управленческой точки зрения, когда выращивается огромная масса боевиков, которые для чего-то затачивались, а они находятся в подвешенном состоянии, а их же надо кормить, поить, они, между прочим, большой расходник, то на высшем уровне управления такими структурами принимается решение о самоуничтожении. Как это делается? Для того, чтобы излишнюю бандеровскую массу пустить под нож, нужно, чтобы они пошли в свой последний праведный бой. Их возбуждают на то, что они будут штурмовать ОГА, они все поднимаются, их всех фотографируют, документируют по всем статьям. Они, безусловно, даже если займут администрацию, в конце концов, все равно для того, чтобы выжить, даже существующая власть будет их сажать, расстреливать и уничтожать. Ну, тут самый нож. То есть для того, чтобы излишки бандеровской массы зачистить, сверху, из этих всяких центров иностранных, которые их выращивали в лагерях, учили, обучали, да, вербовали и так далее, может прийти команда своим командирам, чтобы они взяли свои подразделения обученные, подняли и отправили в бой, в последний. И мне кажется, что сейчас именно это и реализуется. То есть Украину, ну, захваты областных администрации там и так далее, это все вот прям говорит, эмоция первого уровня, все, Украина начала сыпаться. А мысли второго уровня, давайте подождем, чем это все закончится. В 2014 году захватывали администрацию. То есть ни одна область экономически несостоятельна. Всем сильным людям, живущим на любой области, всегда нужно иметь центральный бюджет. Они есть, с чего-то должны. Они не могут бесконечно грабить местное население. Поэтому центробежные силы всегда компенсируются центростремительными. Надо же присосаться к сиське. А отсосаться от сиськи, это все, ну, это все заканчивается. Поэтому это всегда нужно делить на два. Ну, хорошо, посмотрите, еще один вопрос по Украине, и, наверное, уже будем заканчивать. Но я прочла очень интересную статью на украинском ресурсе, я не помню, как он называется. Ну, ссылка у меня есть. Я процитирую оттуда кусочек. Встреча Порошенко в марте 2015 года, точная дата неизвестна, в Вене с Фирташем и Левочкиным, длилась аж 28 часов с перерывом на 3 часа.
Всего переговорщиков было шестеро. Порошенко, Кличко, Ковальчук, Стец, Левочкин и Фирташ. Очевидно, что Фирташ с Левочкиным вступили в сговор с Порошенко и помогли ему победить на выборах, отнюдь не для построения светлого будущего в Украине. Цитату закончила. Вопрос. Ну, то есть я могу вам потом дать, если вам будет интересно, эту статью прочесть, она большая, там, с фактами, со всякими. У меня возникло ощущение, что изначально проект «Украина. Жить и по-новому» был обречен. Вот судя по... Конечно, здесь тоже нужно делить, я тоже это понимаю, но тем не менее. Что вот эти договорники внутренние... Ну, в общем, жду ваши комментарии. Мне кажется, я не берусь там утверждать с большой точностью, что партия республиканская и демократическая в Соединенных Штатах Америки и соответствующие протестантские секты, представленные ими же на территории России и Украины, кстати, это на оперативном языке давно известно, что эти секты, они являются продолжениями этих структур политических. Они финализировали принятие тактических решений. Когда принимается стратегическое решение на уровне Вашингтона и через посольство спускается для исполнения, а кто такой Фирташ? Аллигатор, который контролирует некоторые кошельки конечных бенефициаров, которых никто не знает. Он смотрящий за активом, который принадлежит вообще-то крупному транснациональному капиталу. Соответственно, он в чем-то, конечно, безусловно, у него есть люфт для принятия решения. И вот этот люфт, вот эти все люфты, кому сколько для пропитания они поделят, сегодня, завтра, послезавтра, вот на это может уйти 28 часов. Люди же живые, им же кушать хочется. Вот. А вот если посчитать весь список, кто там был представлен, то это разные исполнители и представители разных кланово-корпоративных группировок. Причем они могут быть с точки зрения ренты с земли завязаны быть там на Винницкую область или там на какие-то НПЗ. А с точки зрения, кому присягу давали, республиканцам, демократам, каким религиозным кланам, это тоже возникает перекрестный конфликт интересов. И представьте себе, сколько игроков. Ну, например, Кличко и Ющенко, Единая Украина, это все одна структура, которая непосредственно восходит к республиканцам. Да? А к власти привели Порошенко демократы еще в каденцию Обамы. Там возникал большой конфликт интересов, еще связанный с тем, как будет управляться Украина. Через посольство, либо будет передаваться управление на Берлин. И так далее, и так далее. То есть, кто такой Левочкин? Левочкин – это вообще представитель глобалистов. Всегда при... Вот при, он при Януковиче был, да, и он был при Порошенко. Это такой медийный магнат, который сценарист. У нас примерный аналог Левочкина – это Сурков. То есть... Это вот такая есть глобальщиками выращивается когорта людей, которые хорошие драматурги, хорошие сценаристы, очень хорошие комбинаторики. Это вот мастера управленческой игры. Собственно говоря, они, представленные к титульному лицу, они осуществляют управление. Левочкин это показал с Януковичем, как отче наш. И вот это собрание, где они выясняли, кому сколько сегодня, завтра, ну, нормально. Я не думаю, что это прям вот такое, ну, что все решения принимались ими. Я думаю, что они встретились для того, чтобы договориться о том, как они будут решения своих хозяев осуществлять на практике. И как они сделают так, чтобы конфликт интересов не вылился там в какую-нибудь перестрелку там или там. Всего лишь. Ну, я, конечно, упрощаю. Ну, да, в Киев показывают, что если, например, Коломойскому что-то не понравилось, он с вооруженными людьми легко заходит в ту или иную государственную компанию и забирает. Это 28 часов не посвятил согласованию разных вопросов. Понятно. Хорошо. Дмитрий, спасибо вам большое. Сейчас, знаете, хочу вас о чем спросить. Есть ли вопрос или тема, которую бы вам хотелось осветить? Это не сегодня, но я хочу, знаете, задел сделать на будущее, на еще какую-нибудь встречу и поговорить с вами на интересующую вас тему. Ну, меня уже 3 года интересует создание на территории России единого информационно-аналитического центра, вот те самые 800 пропагандистов, которых Ленин посылал на Украину, которые бы работали со всеми постсоветскими территориями и прежде всего с населением Российской Федерации. Потому что вакуум
Ну, понятно, кое-что надо маскировать. Есть вещи секретные, людям оглашать нельзя. Люди управленческие неграмотные, их давит жаба, если у кого-то там 3 рубля сформировалось в торговой сети. Это все понятно, но объяснять политику партии и правительства народу надо. Для этого нужна структура. Такой структуры еще нет. То, что образовались информационные войска у Шойгу, это совершенно другое направление работы. Оно, там целевая аудитория, это не общественность своей страны. Понятное дело. Да, и вот у меня основная тема моей деятельности – это создание информационно-аналитического центра с пропагандистами, блогерами, которые бы доводили политику партии и правительства до населения и понижали напряжение в обществе. А это очень большая проблема, особенно в 2017 году. Ну, давайте сделаем. У меня блогеров много, которые были у меня в эфирах. Можно вместе сделать с вами. Да, давайте. Я думаю, что это сценарий будет таким образом. Активисты с земли начнут работу. А пассивисты сверху увидят и скажут, сколько вам дать денег. И примерно вот так вот оно и пойдет. Хорошо, ладно. Ну тогда, значит, это будет наша следующая встреча. А на сегодня мы с вами попрощаемся. Было очень приятно и интересно. Да, ждем вас в эфире еще раз. Спасибо вам. Всего хорошего и до встречи, до свидания. До свидания. Всего доброго.